Компания «Регион Т» запустила между Москвой и Тверью самые дешевые, самые быстрые автобусы «Экспресс-Стрела». Теперь тверичане смогут доезжать до столицы всего за 290 рублей. В два раза дешевле, чем на электричке, и в три раза дешевле, чем на других автобусах. Так получилось, что мои друзья живут в Москве. Я частенько к ним езжу. Раньше ездила на «Ласточке». Накладно выходило 600 рублей практически. Тут всего 2 часа. По М11, по платке. И 290 рублей. Конечно, экономия существенная. Вот, так что рада, что у нас появились такие автобусы. Маршрут «Стрелы» пролегает по скоростной трассе М11. Пассажиры будут находиться в дороге всего 2 часа. «Экспресс-Стрела» может составить реальную конкуренцию другим видам транспорта. Каждый день от Тверского автовокзала отправляются 9 рейсов. Первый в 5:40, последний в 16:50. Прибывают автобусы на станцию метро Ховрино. Я езжу из Москвы, обычно в Тверь, очень удобно. Комфортабельно, можно поспать, быстро получается. Прекрасная альтернатива электричке. То есть ты сел, спокойно знаешь, что у тебя там есть место, ты доехал, нет толпы людей, остановок. Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или онлайн на сайте «Тверь Автотранс», а также на специализированных сервисах. Расписание смотрите в группе ВКонтакте ООО «Регион Т».